Здравствуйте, меня зовут Карине. Я приехала из Японии, говорит магистр Хамада. Она прилетела из Токио специально для участия уже в традиционной научной конференции. Будучи студенткой аспирантуры Токийского университета, девушка посвятила себя изучению истории армянской церкви в России, а интерес к теме возник благодаря любви к русской литературе. В Японии Достоевский очень популярный, да, и мне тоже очень понравилось и его произведение. Ну, и поэтому я решила изучить. Родословие, облик, язык, религия, культура и другие отличительные особенности армян Юга описали в своих докладах кандидаты и доктора наук под руководством представительного организационного комитета. В него вошли посол по особым поручениям Республики Армения и 3 академика, 2 Национальной академии наук Армении и 1 Российской академии наук. Для Юга России, Россия у нас великая, есть 2 народа, которые тут основные, это русские и армяне. Доклады участников соберут в сборник научных статей и передадут ведущей библиотеке страны. Лиана Балаян, Юрий Санкин, на Дону.